Да, ты. Друзья, снова всем привет. И снова мы на рыбалке. Снова мы выбрались. Отец уже удочки раскладывает. Сейчас я пойду тоже начинать. Долгого вступления не будет, да и не надо. Приехали мы все туда же и за тем же. Попробуем половить карася. Мы будем начинать, а вам приятного просмотра. Так, взял я пока одну удочку. Попробуем на одну. Рядом пока с отцом садиться не буду. Пройдусь немного чуть дальше. И попробуем там, чуть в стороне. Вот подошел я к такому месту. Там вот, туда дальше хряги видно. Сейчас я удочку размотаю, заброшу. И посмотрим, попробуем. Узнаем, есть здесь рыбка или нету. Так, сейчас одену червя. Так, и забросили. Вот туда я забросил, недалеко от коряг, близко к ним сильно не стал. Можно и зацепиться, если рядом будет. Вот тут и поглядим. Вот пока забросил удочку, сижу, жду. Может, клюнет все-таки здесь. Сегодня, кстати, погодка очень даже неплохая. Тем более, если сравнивать с прошлым разом. В прошлый раз, когда мы были на рыбалке, было холодно и ветрено. А сегодня тихо, ветра нет. Прям хорошо. И тогда было всего, наверное, градуса 2 тепла. А сегодня около 10 сейчас. Сегодня у нас 2 октября, кстати. Ну вот сидим, смотрим, ждем. Клюнет, не клюнет. Не клюнет, так будем место менять. Что-то делать, что-то искать. О, друзья, поклевки не было, серьезно, я не знаю, я ее не видел, а удочку сейчас вытаскивать. Карась сидит, и вот сейчас я вот камеру включил, до этого отключал ее. И вот такой вот карасик клюнул неплохой, ну как, нормальный такой. Почему я поклевки не увидел, не понял. Вот такой дружище, такой красавец клюнул. Так, сейчас червя подправлю и попробую еще раз туда закинуть, где рыбку поймал. Сейчас я нигде первый раз закидывал. Я поймал с этой стороны коряк справа, а до этого слева пробовал, там ничего. А когда перекинул с этой стороны, вот тут у меня поймался здесь, и сейчас пробую сюда забросить. Одного карасика поймал, ну значит рыба здесь есть. Хотя я как бы знал, она здесь всегда была. Просто нужно знать, как ее поймать.
Ну, сидим, пробуем дальше. Будет что ловиться еще или нет. Да хотелось бы поклевочку записать еще. Ух ты. Еще карасик. Еще один. Да что ты, зацепился. За траву тут. И блин, я ничего не могу понять. Опять поклевки не было. Я не видел, чтоб поплавок он двигал. Карасик вот неплохой. Такой вот карасик. Так, сейчас еще одного червячка на крючочек и удочку забросим. Ух ты, за траву опять вот цепляется. И забросим туда же. Хоба. Вот куда я сейчас кидаю в данный момент. Там, скорее всего, вот под водой. Отсюда не видно коряга. И вот я второго карасика ловлю. Поклевки. Но ее просто я не вижу. Как он цепляется. Поплавок на месте вот стоит и все. Когда я вот вытаскивать. Карась сидит, тут уже второго поймал карася. Как будто невидимые поклевки или что, я не могу понять. Ну посмотрим еще. Может, попробую, получится записать, запечатлить поклевку хоть одну. Опа-па. Ну-ка, эх ты, сошел, блин. Давай. Вот он. Еще один карасик. Вот такой вот красавец клюнул. Ну что, поменяем мы место. Здесь я поймал три карасика. Поклевку я все-таки записал. Как поймал хотя бы одного карасика. Отец здесь поймал две сорожки небольших. Но и больше ничего попробовал он. На подергушку, ну ничего не получилось. Сейчас куда-нибудь поедем, поищем, посмотрим. Может, где-то в другом месте поймаем. Продолжаем, в общем, поиски рыбы. Так, ну вот и поменяли мы уже место. В этом месте уже тоже не раз были. Поменял я удочку, взял другую. На этой удочке крючок отожженный, тоже потому что здесь коряги. Чтобы вдруг чего, может, не получится мне здесь его крючок оставить. Ну ладно, здесь сейчас попробую, что и как. Опа, опа. Ух ты. Иди сюда. Иди, 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 иди. Опа. Вот он, здесь карасик клюнул. Очень даже неплохой.
О, какой хороший. Крупнее, чем вот там вот я трех поймал в том месте. Вот такой красавец. Ух. Фига себе. Ух ты. Да не убегай ты. Вот, друзья, сейчас я здесь цеплялся. Крючок вот так разогнутый. Не стал я снимать, как зацепился. Думаю, это не столь важно. И вот он, как обожженный крючок. Его просто раз выправляешь. И спокойно можно ловить дальше. Ну-ка. Куда ты? Иди сюда. Вот он, еще карасик. Еще друг наш. Прекрасный. Карась Карасевич. Да отдай же ты крючок, ну. Так, червя поправили. И туда забросили. Вон отец снова в том месте сидит, на подергушку пробует. Вот не успели мы поменять место, я поймал уже двух карасиков. Прям сразу. Мне уже понравилось. Круто. Отец там видел, на подергушку одного карасика вытащил. Больше пока не знаю. Мы продолжаем дальше сидеть, ловить. Вертолеты у нас тут летают. Вот такой сегодня улов у нас получился. Я поймал 5 карасиков, отец 4 штучки и 2 вот сорожки вот таких. Ну вот такой у нас получился улов. Во. Ну что, друзья, собираемся мы домой. Сегодня рыбалка удалась. Не так, чтобы круто, но она удалась. Поймал я 5 штук. Сразу, куда мы приехали, я поймал 3 штучки, 3 карасика. А отец там поймал 2 сорожки. Потом мы решили поменять место. Переехали, я сразу поймал пару карасиков, довольно-таки неплохих. А отец попробовал на подергушку. Поймал 2 штуки на подергушку и 2 просто на поплавочную удочку. Ну, карасики такие неплохие, едовые, на жареху самое то. В общем, рыбалка, как по мне, понравилась. Ну а вам хочу сказать огромное спасибо за то, что смотрите мои видео. И это, кстати, тоже. Ну и всем пока. Всем до новых встреч на водоемах.